нашей великой Родины. Слава советскому народу-победителю! Слава ветеранам Великой Отечественной войны! Слава Великой России! Ура, товарищи! Молодцы! А летчики заходят на роспуск и поприветствуют вам вас отстрелом ППИ. И мы увидим встречный пилотаж, захватывающий встречный пилотаж на самолетах Су-27 над этой великой прекрасной рекой, которая называется Волга. Роспуск начали! Мы не сломались. Роспуск фонтан! Ведь было время, крылья нам вязали. Наши аплодисменты, дорогие друзья! Третий и второй отошли от строя, а сейчас мы увидим встречный пилотаж на самолетах Су-27 в исполнении подполковника Олега Ерофеева и полковника Андрея Алексеева. Летчики выходят на ось пилотажа, и я опять вас прошу, фотоаппараты в небо, вы увидите очередную уникальную фигуру, которая называется зеркало. Зеркало тогда, когда летчик видит вас и смотрит, как вы встречаете, как вы аплодируете, как вы отдыхаете. Нравится ли вам этот праздник? Это все он увидит в перевернутом полете. Зеркало начали. Вот он видит вас. Аплодируем летчикам. Проверим 88. Все очередные фигуры, все пролеты будут, дорогие друзья, уникальны. Сейчас мы увидим расхождение из этого прекрасного строя, который называется пара самолетов Су-27. Встречными бочками слабонервных прошу зажмуриться. А те, кто любит авиацию, прошу гордиться и аплодировать нашим летчикам прославных пилотажных групп. Итак, у нас летают практически везде. Во всех авиационных частях военно-воздушных сил Российской Федерации. Шестой. Браво, пошел. Скорость 600. И летчики готовятся выполнить встречные бочки. Фотоаппараты, руки в небо. Роспуск начали! Дорогие друзья, и очередная фигура, которая приветствует вас, летчики, синхронные колокола. Два синхронных колокола в исполнении полковника Алексеева и подполковника Ерофеева. Скорость 200, скорость 100, скорость 0. Летчики приветствуют вас! Поаплодируем им! Рановато зашел. Что делаю еще раз? А вы сейчас слышите радиообмен, который записал наш великий певец и композитор Николай Анисимов. Это именно тот радиообмен, которым пользуются летчики при выполнении этого действия, встречного пилотажа. Расхождение встречными бочками. Летчики выполняют двойной стандартный разворот с отходом на ось пилотажа. Касаю влево, начали. Мне 200 метров будет. Скорость каждого истребителя 600 км в час. А суммарная скорость 1200 км, на которой летчики встречаются на этих прекрасных летательных аппаратах. Высота 200 метров. Летчики выполняют сверждение фигурами, которые называются ухо. Примерно 88.
Алексеев говорит всем спасибо, дорогие друзья. Он заканчивает свое выступление. И мы увидим одиночный пилотаж, называется «Предельные режимы» Олега Ерофеева. Андрей Алексеев отошел от строя. Олег Ерофеев продолжает. Металлю Нестеров. Режим работы двигателя, полный форсаж. Дорогие друзья, своими блестящими выступлениями на весолонах летчики пилотажных групп дарят всем любителям авиации и просто зрителям чувство гордости за российские военно-воздушные силы. Снова и снова они будут радовать многочисленных зрителей своими великолепными и зрелищными полетами, подтверждая тот факт, что Россия была, есть и будет великой авиационной державой. Слава военно-воздушным силам России! Слава великой России! Ура, товарищи! Спасибо! Вы лучшие! Дорогие друзья, акция «Служба по контракту твой выбор» проходит уже не в первом городе, но мы побили все рекорды нашей акции. Самые теплые аплодисменты, самое большое количество народа присутствует на этой акции. Давайте скажем спасибо организаторам этого прекрасного действа, главнокомандующему воздушно-космическими силами России генерал-полковнику Бондареву Виктору Николаевичу, губернатору вашей прекрасной Самарской области, Меркушкину Николаю Ивановичу. Летчик выполняет петлю Нестерова. Из петли, из полупетли заходит очередную фигуру, которая называется колокол. Высота 1600 метров. Скорость 0. Очередная фигура колокола в небе города Самары. Поаплодируем пилотам. Они стараются для вас, для вашего великого города, для всех тех, кто принимает участие в нашей прекрасной акции. В день флага России, в эту прекрасную погоду. Спасибо всем! Летчик выполняет подушки на полном пассаже с набором высоты. А мы, дорогие друзья, все внимание в небо. С левой стороны подходит пятерка самолетов Су-27. А летчик заходит для выполнения очередной фигуры пролет на минимальной скорости. Лихачи, гордитесь военно-воздушными силами. Наши самолеты летают на скоростях 200, на которых вы на каких-то маленьких легковых автомобилях пытаетесь кого-то удивлять на дорогах. Вот что летает на скорости 200. 30-тонный аппарат. Поаплодируем летчикам. Скорость 200. А слева пилотажная группа «Русские Витязи». Они благодарят вас, дорогие друзья, своим прекрасным выступлением на этом прекрасном празднике. Пятерка выполняет косую петлю влево, а летчик заходит на ось пилотажа. И говорит всем спасибо! Спасибо Олегу Ерофееву с его прекрасной программой, которая называется «Полет предельные режимы». А пятерка самолетов Су-27 заходит на роспуск для того, чтобы поприветствовать милых дам, тех, ради кого мужчины идут служить в армию. Дорогие друзья, дорогие девушки, роспуск «Тюльпан» для вас, милые дамы, в небе города Самары.
встречаем, аплодируем и провожаем. Шестой. Право пошел. Роспуск начали. Вот мы ром пошли. Раз. Момент.